Друзья, сегодня у нас светильник. Вот посмотрите, какой светильничек мы сегодня купили. Вот такой, друзья, светильничек. Довольно-таки очень хорошо, красиво, ярко светит. Я думал, будет светить слабо, но яркость у него, друзья, хорошая. Довольно-таки сейчас мы его выключим и посмотрите, как он так. Ой, не то, ничего. Вот, посмотрите. Вот такой, друзья, светильничек, видите? Всего каких-то, сколько это, 6 долларов, 7-8 долларов стоит новый в магазине. С гарантией год. Вот такой, видите? Сейчас мы его включим. Чик. Ой, ты выключил свет. Во. И вот еще у нас второй такой светильничек. Смотрите. Вот он. Видите какой? Тут надо за веревочку дергать. Только самое главное, друзья, если вы дергаете за веревочку, она может оторваться. Но мне уже раз, вот это вот, за это нельзя, друзья, дергать, видите? За это тянуть оторвется, надо брать только вот тут, вот тут. Видите, раз, дернули. Раз, дернули. Раз. Вот так, он одним светом светит, потом другим светом светит, потом третьим, потом ярче. И получается вот так. Так, кстати, как два светильника выглядят. А это светильники тут сверху. Ну, вот такие вот, видите, светильнички, друзья. О. Тут даже как-то лучше видно. Красота. Я когда покупал, не думал, что он окажется довольно-таки неплохой. А еще подписывайтесь на канал, увидим еще, какой у меня будет вот здесь. Видите, здесь нет светильника, друзья. Просто лампочка и провода. Так что, может, на в этом месяце пойдем покупать сюда еще светильник в этом году, друзья.